Я открыла доступ к лифту на рудную платформу. Системы безопасности были активированы, но бесполезно. Смотри, у тебя есть и ключ, и маяк. Следуй на платформу. Мне кажется, астероид держит гравизамки. Перед тем, как запустить астероид, придется их вырубить.
Отдел переработки. Управляющий второй инженер Даллас. Запись. Это мое последнее сообщение. Я видел, что происходит с телами. Во что они превращаются. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Пожалуйста, передайте Дон и детям, что я люблю их. Господи! Еще одна! Еще одна! Зона невесомости. Зона вакуума.
Зона вакуума. Персонал должен покинуть отсек немедленно. Маяк запущен.
Все системы в норме, сигнал четкий и ясный. Будем надеяться, что его услышат. Попробую настроить антенну приема. Мне показалось, что сегодня я видела своего брата. Он махал мне рукой, как будто все в порядке. Отлично. Я оставлю канал открытым, чтобы... Что? Антенна приемника не отвечает. Айс, ты можешь вернуться на мостик? Мы должны починить этот хлам, если хотим узнать, что нам ответили. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина.